Кстати, вот эта хуйня я выложил в этом на Ютубе. Блять, малолетки, сука, ёбаные. Ёбаные эти. Бездуны вообще, сука, просмотров не сделали. Нихуя. Что я давал бы в конта это там на Ютубе. Типа, что у меня стрим ВК идет, что я не давал бы. Один хуй, вообще, вот нихуя не поменялось. Вообще ничего. Пошли нахуй, ёбаные школьники, блять. Хуй вам, а не повышение FPS, блять. Сосите, ёпта. Сейчас я буду повышать FPS. Ой, повысь FPS, конечно, ой, блять, лагают, как вару брать. Сука, шакалы ёбаные, только на FPS этот налетают. Короче, хуй с ними. Со всеми. Ну, кстати, если бы стрим на Ютубе запустил бы, ну, актива было бы больше, да. Но там в реки попасть вообще нереально, у меня бан теневой. Ой, я чуть райдера проехал. Не, пусть лучше подписку на ГФН покупают по моей ссылке. У меня видео есть. По моей ссылке пусть покупают. Готов для них дорого будет. Не знаю, я вот этот. Блять, они. Ну, блять, пиздец, нахуй, настолько нищие, что даже, блять, игр нахуй за 5 рублей не покупают. Ты даже не представляешь, насколько они нищие. Это просто пиздец. Они даже не могут купить игру за 5 рублей. О чем там говорить? У меня где-то за вот эту всю шляпу, где я рекламировал вот этот Games Farm. 16% партнерка была, у меня накопилось 55 рублей. Это вообще. Это значит, они купили игр, ну сколько, короче. Ну рублей на 300. На 300 рублей. Пиздец, игры за 5 рублей, они не могут выделить 5 рублей. Нахуй, 3 месяца или 2 месяца прошло, на 300 рублей только накупили. Они вообще, ну это пиздец, это школьники ебаные, у них вообще нихуя нет при себе. Хотят повышать FPS, вон нахуй, смотри видео с читом. Да, скатился. Скатился, ну долбоеб, мозгов нету. Пусть уроки идут делать. Даже чит за 140 рублей купить не могут. Лучший чит, который FPS там в 5 раз нахуй повышает, даже его купить не могут. Я уже по этой шляпе понял, что этот игры за 5 рублей, что Midnight, что этот дроп этот. Вот насколько им похую, халявщики, просто халявщики, максимальные халявщики. Я еще в рекомендации попадаю именно к таким же, вот, что меня бесит. То, что я в рекомендации попадаю, вот как они есть, так я и попадаю. Я не попадаю к нормальным людям, которые там хотят, вот нормальные хотят, например, в танках что-то повысить. И это обычный человек, вот стандартный, не просто ебаный пиздюк какой-то. У мамки на шее сидящий, а нормальный какой-нибудь. Я не попадаю к таким. Я попадаю к тем же самым, плюс я еще в теневом бане. Плюс... все остальное. Бля, это пиздец, этот канал, блядь. Сука, он приносил бабки. Он бабки нормальные приносил чисто с монетизацией. Попробуй перейти на какую-нибудь рекламу, и все, и ноль. Монетизации нет, и все. Мне Яндекс.Дзен аудитория нужна максимально. Максимально нужна аудитория Дзена. Максимально. Блять, сколько я Midnight, сколько просмотров на Midnight'е было, там, я не знаю, 10 000, наверное, в общей сложности. Да какие-то, блять, больше, наверное, 15 000, если взять все видосы, которые у меня по Midnight'у выходили, там, 15 000, наверное, берется за 15 000, там, я не знаю, сколько покупок было. Ну, там, 10 покупок не наберется.
Я поэтому и говорю, а за 2 месяца игр за 5 рублей там, блядь, 50-55 набралось. Ну это вообще, это значит все нахуй, карман у него доставай, у него там 2 рубля лежит. Вот, и таких 95%, таких 95%. Карты нету, юмани, это не мои проблемы, это вообще абсолютно не мои проблемы. А что у них есть киви? Ну так киви тоже можно оплатить. Чем они вообще платят? Чем, бля, они платят? Я не понимаю, чем они платят. Любым способом оплаты. Карта, киви, юмани, все там. Вот, дается список, там хоть скинами пополняй, наверное, я не знаю. Там способов 10, наверное. Да, реально, пусть сами настраивают. Я вообще смысла не вижу, но канал мертвый. И чисто, я не знаю. Вот, не будь монетизации, не будет и канала. А монетизации нету. Бля, да мне даже без монетизации, с остатками от монетизации, приходит в 10, блядь, в 10 или 20 раз больше, чем они могут там что-то купить. Игры там за 5 рублей или Midnight. Даже с монетизацией, которая в ноль упала, и то больше приходит, чем с этих школьников. Поэтому пусть сами со своими играми разбираются. Но я не знаю, я выпустил повышение, ну, в надежде, да. Но все равно, это хотя бы что-то. Сейчас там где-то по 30 баксов в месяц приходит. Это прям совсем копейки. До этого 200 баксов, 200... 200 с хуем баксов приходило. Опять два пидора зашли в мой гараж. Да, поддержки ноль. Да только YouTube поддерживал и все. Ну, скурвился. Я поэтому на Дзен и собираюсь переходить. Мне нужна взрослая аудитория. Нужно взрослую аудиторию набрать, это во-первых. Блять, накачал твиков из интернета, блять, обоссанных, сука. Бизнес, просто бизнес. Отвези паровоза в деловой район. Ладно, я пошел разбираться. Сначала как незаметно было, вот, а сейчас прям вообще конкретно заметно. Что-то я никуда не туда нажал. Ну все, до следующего раза, в общем.